Здравия желаю, друзья. Итак, у меня уже давно просили снять видео и рассказать о своих девайсах, периферии, которые я использую каждый день. И в принципе, мне несложно этим поделиться. Я кое-что обязательно подарю своим зрителям из личной коллекции, ведь я знаю, кому-то будет, ну, наверняка полезным что-то подобное. Ведь Yenta железо является лично моим, что-то было подарено для плейсмента, некоторые штуковины я купил лично сам для, так сказать, различных задач. Так, первым делом хотелось бы сразу показать мощную тройку Yenta комплект рабочий материал, на котором я успешно юзаю в шутанах вроде Quake, Rainbow 6, и вот такие продукты мне сложно назвать масс-маркетом, ведь суммарно такой комплект можно купить за 20 тысяч гривен. Именно такой комплект я раздаю в своем паблике Пошелестим 31 декабря. Для этого вам нужно просто быть зрителем моего канала и второе сделать репост в группе и ждать 31 декабря в надежде на удачу. Пацан, к успеху ушел. Ну а так, если в двух словах объяснить, что из себя представляет, например, мышь Logitech за 6,5 тысяч гривен или клава от той же марки за 7 тысяч, то, конечно, прежде всего я бы назвал крайне отличное удобство, широкие возможности по настройке билдов, макросов и множество различных улучшайзеров. Например, мышка 903 модель, она, как вы заметили, беспроводная. И даже в таких условиях у нее все равно предельно точный отклик, и линза идеально передает позицию на уровне проводной мыши. Я специально сравнивал 903 с моей затертой временами Rocket Q, которая на типичном проводе, и скорость реакции у них примерно одинаковая. И даже, знаете, наоборот, приемник у меня стоит в компьютере на расстоянии 2 метров, и даже в таких условиях сигнал вполне стабильный, и нет необходимости в дурацких проводах. Единственное, что мне порой доставляет небольшие неудобства, это, конечно, аккумулятор, который нужно заряжать примерно один раз в 3 дня. Ну а второе, конечно, вы поняли, это цена. Я не знаю, сколько реально людей имеет возможность купить себе игровую мышку за 6800 и стоит ли она таких затрат, но я признаю, что продукт действительно качественный, удобный, широкая кастомизация, и, что самое важное, не дурацких этих проводов. Такая мышка вот служит у меня на основе, и вот пока она находится на зарядке, я, как правило, сижу на очень удобную Rocket Q EMP, которая просто неубиваемая на протяжении 2 лет и стоит 2500 гривен. Ну а третья Yenta дешевая Bloody, которую я использую в основном с ноутбуком или просто для декорации, не знаю. У нее очень слабый аккумулятор, неплохая, в принципе, форма в стиле Razer, однако расположение датчика должно быть близким, но буквально вот в метре, иначе сигнал будет, скажем, таким себе печальным. Ну а что вы хотели, это радиомышка за 1300 гривен, знаете, бывает еще хуже результаты. То есть у меня в данное время 3 различные модели игровых мышей, которые имеют разные задачи, и ровно та же ситуация у меня с клавиатурами. Их у меня тоже 3, на каждую отведено конкретное значение. Начну, пожалуй, с самой дешевой, это белая Asus, и я купил ее за 1500 гривен, и взял ее исключительно для украшения рабочего стола во время съемок. Да, такое бывает. Она отлично смотрится на белом фоне, имеет приятную подсветку, и в принципе мне это и нужно было. Однако, знаете, если рассматривать ее как рабочий инструмент, то да, клавиши в принципе приятные, тихая мембрана, достойное качество сборки, хоть и немножко люфтит, но провод, что важно в оплетке, он белый, и это, знаете, минимальная клава, на которой можно в принципе комфортно играть. У нее приятная цена, вполне адекватная, тем более я брал ее еще летом, и по акции мне с клавы подарили бичевую мышку Cerberus, и тоже в белом цвете. Наверное, я передам этот комплект человеку в 7-й части пули из говна, ведь там будет белый компьютер для зрителя, скоро будет новое видео, буквально дождитесь. Но вернемся к делу, и вторая клавиатура из моей коллекции — это беспроводная китайская Rapu за 1700 гривен. Про нее я скажу довольно не самое приятное, да, она визуально очень тонкая, стильная, полностью металлическая, имеет замечательное удобство при наборе текста, но при этом она никак не подходит для остальных задач. Я использую ее только если мне нужно напечатать какой-то дурацкий текст или быстро подключить к любому компьютеру, телевизору, ведь там есть маленький приемник, что реально удобно. Но в остальных случаях она просто выручает, только если я использую механику, на которой у меня не получается нормально набирать текст. Поэтому если обсудить мою третью клаву, то она служит у меня именно только для игровых задач. Yenta Logitech 910 — это очень крутая штука, у нее четкий синхрон в ЭКС-среде комплекта остальных периферий этой же компании Logitech. Например, если у меня мышка и наушники той же марки, то они работают в одном софте, у них одинаковая подсветка, кастомные настройки, однако единственное, что мне не очень нравится в клавиатуре, это провод без оплетки, он какой-то, ну, скучный. И вообще по всей продукции компании Logitech, знаете, я заметил явную любовь к пластику. У них везде, хоть и качественная сборка, но абсолютно везде, будь то клавиатура, мышка, наушники, они полностью пластиковые, и это, в принципе, нормально, если бы изделия стоили, скажем, 2-3 тысячи гривен. Но если твой комплект стоит 20-ку, то и он полностью из полиуретана или как там, не знаю точно, ну, короче, малеха дешево на вид, но и в то же время действительно круто по содержанию. Короче, что еще сказать, вот, например, наушники, они тоже полностью из чистого пластика, хоть и стоят 7 тысяч гривен, да, конечно, стоит признать, что
они работают идеально, аккумулятор держит заряд примерно 3 дня при среднем режиме работы, микрофон отлично передает звук. Короче, это великолепные уши, но они слишком прям пластмассовые. Даже вторые мои наушники Cougar Impersa Pro, они стоят в 2 раза дешевле, материал у них, как ни странно, приятнее, там металлические вставки, кожаные амбишуры, нетряпичные, звучат они вполне приемлемо. В общем, друзья, этот комплект Logitech я обещал вендорам раздать своим зрителям, я бы, конечно, что-то оставил себе, мне, например, очень понравилась мышка 903, но я точно не являюсь про-геймером, который нуждается в таком инструменте, у меня есть пока что чем пользоваться, я думаю, переживу. Поэтому еще раз напомню, что условия для участия я оставлю в описании под этим видео, также кину ссылку на периферию, и на этом будем уже заканчивать. Следующее видео будет пуля из говна, там немножко я сдвинул формат, и чтобы не пропустить, нажми, конечно, на колокольчик, сделай закладку, не знаю, просто увидимся уже скоро. Зрителям я, как правило, желаю хорошего настроения и до встречи на канале. Всем пока-пока.